Это, поклонитесь Отцу Твоему, мир на Израиле и спасение языком. Я подойду, братья. Слава тебе, Боже, на славу тебе, прими Израилю Божие царство и пребывай во тьме, свет да узрит великий, и искроплением да обновятся в людие, божественные крови. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе, разрешены Твои союзники Сионе и спаси, и отрова неведения, безвода изыди, и кроплением да обновятся люди и божественные крови. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, прими Израилю Божие царство, и пребывая во тьме, свет да узрит великий, и кроплением да обновятся люди и божественные крови. И ныне и присно, и во веки веков аминь, разрешены твои союзники Сионе и спаси, и от рова неведения, безвода и свети, и кроплением да обновятся люди божественные крови. Братья и сестры, 2 метри у доведенного. Ви знаєте, ви можете мене спитати, якщо треба, можу дати їм право. Що? Питають, навіщо ви знімаєте? Так, щоб бачили. Що бачили? І так бачили. Братья і сестри, те, що треба. Будь ласка, станьте на... Як ви дотримуєтесь? Не дотримуєтесь. Дотримуєтесь. Дотримуєтесь, я стою.